Что можно написать на JS? Фронт-энд. Хорошо. Бэк-энд. А если более предметно, вот смотрите, я мальчик с улицы. Сайт можно написать? Да, и фронт-энд. Ну, то есть все, что в браузере работает, это начиная с сайта. Это расширение, кстати, в браузере, если вы видели, их тоже на JS можно писать. Там доступны API. Любой человек может взять, который хоть чуть-чуть там JS, он владеет по документации это сделать. Бэк-энд. Да, то есть серверную часть сайта, по сути. То есть сайт от начала до нуля пишется на JavaScript. Да, удобно. Да. Тебе не надо владеть там несколькими языками, достаточно одного, и все, и полетел. Мобильное приложение. Можно? Мобильное приложение можно, да. Там React Native, там еще. Electron. Да, Electron. Ну, Electron тоже и программы еще можно с ним делать, да. Прям вот для компьютеров. Ты имеешь в виду десктопные, которые. Да, десктопные программы, вот которые прям открываются с рабочего стола.